Вот хотим замерить деревенский пруд. Давай. Раз, два, три, четыре. Это мы нанимали бульдозеры, когда они работали в Корчино. Ну, наверное, в первый же год это я. Тут деревья, 17 больших деревьев росло. Как только кто в гости приедет, я их подговорю, как батюшка уснет, отец Аким, я начинаю тогда с ними вручную. Никакой дружбы, ничего не было. Пила называется дружба. А нынче они эти деревья почти все спилили. Листья загорожены, десятый раз падают. А чтобы сделать такие железные, стояли, главное, это столбы падают, не поперечины. У нас никогда не хватало на это ни денег, ничего. А столбы эти делаем. Вот оно все повалилось. Вот здесь конец. Сколько? Вот где я стою, сколько? 28. Вот здесь 28. Все. Теперь давай заходи туда и поперек пойдем. Это быстро замеряем. 28. Вот здесь вот. Стой, вот сюда идти надо. Напротив. Вот здесь. Сейчас вот покажу, где тебе стоять надо. Вот здесь вот, да, ставь. Так, первое. Раз. И дальше продолжай. Два. 28. Отпилили. Чурки везде. Я не вижу тут рукавички подсол, я весь закубаренный от этих, от комариков. Заяц! Ну делай напротив, я не вижу отсюда. Заяц. Что-то показывает рога. Какие-то рога там могут быть. Не хотел идти, но придется. Заяц пробежал серый. Вот тут прямо по деревяшкам пойти. Неужели? Да. Ну давай, сколько? Там 28? Да, тут 12. 12. Ну и выходим отсюда. Тут деревьями все завалили. Тут мы купались первый год. Тут больше 2 метров глубина была. Прям рядом. Тут я маленький бегал, пеленки стирал. Дома-то было 12 ребятишек, 10 потом живых осталось. Отец с войны, без руки, все, и как-то жили, все по-другому. Чтобы сделать людям какую-то пакость, а даже не слыхали такого. Это настолько было бы бесчестно. А сейчас нет, должность получил, творит пакости, какие угодно. А еще он депутат неприкосновенный, другую должность может получить. Давай запишем. На, пока поближе к нему подойди, с дороги убери. Называется сажень. А я за 28 и 12, да? Да. Меня, видишь, вот заедают эти. Ой-ой-ой. Подожди-ка. Я сверху фуражку надеваю. Вот это у меня печные печи делал, когда. Вот. 28, 12, да? Внутри деревни. Двадцать восемь, 56 метров. 12. 12 равняется 24. Все, садимся сейчас. Тут покажи, какие домики у нас. Это теперь тоже наши гости приезжать могут. Мы приобрели домик. Господь благословил. Сверх всякого чаяния. Вот теперь самый большой опасный тополь вот этот растет. Приезжала машина, отпилить отпилила, а повалить не дали. Не дала возможности. Вот надо его повалить теперь сюда. Как повалить? Тянуть надо, пилить отсюда
внутрь его поставить домкрат. Я знаю как, теоретически. А практически очень трудно. Надо ждать, когда ветер подует в ту сторону. Все. Приезжает тот, который бульдозер-то нам нанимает. С ним и говорили, он говорит, это большой кран, должен туда давить его. Да разве он, я говорю, удавит его? Он и кран сломает. И тут тонны, тонны. Надо ветер ждать именно, чтобы туда натянуть, далеко-далеко туда тянуть трактор. И он рухнет. А тогда его пилить. Ну все, пошли. Поехали туда. Вдоль улицы здесь.